Материнский капитал можно получать каждый месяц. В пенсионном фонде продолжают принимать заявки на его выплаты. Деньги перечисляют семьям, где второго ребенка родили после 1 января 2018 года. Сегодня в Московской области эта сумма составляет 11 522 рубля. Подать заявление на выплату средств из материнского капитала можно удаленно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.